GTA San Andreas засмеешься, проиграешь. Вкусный, сочный бургер с котлетой и сыром. Бургер. Ты же хочешь его? Да хочу, мамочка. Тогда иди работать, ублюдок. Ах ты ж, неблагодарный, я за кабельное не плачу вообще то. Ну ты слышала? Кто там пришел? Люк, я твой отец. Я Карл. А точно, Карл, я твой отец. Папа? Батя Си-Джей? Интересно. Не думаю, что так будет выглядеть. Жиза. Как это возможно? С вас 3.50. Какие деньги, это же счастливая нарезка. Дебил, это все в твоей голове, и сейчас тебя домогается бомж. Это... Не ешь меня, да я только нож. Вставай, Кларк, я Карл, в натуре Кларк. Карлос, ты очень хорошо прячешься, но теперь нам надо выбраться отсюда. Дай денег. Деньги. В кармане пусто, дай капусты. Бички. Оригинально. Но у меня даже до вокзале, когда зарегался сам. Не подходить. Вот это пронесло. Это еще что? Вот в 78-м. В 78-м точно не было мемов. Это кто? Опять мемы? Ты никто, а мемчики отпадные, как конфеты. Опять шоколадные. Мемы. Заходи, выбирай, годно тебе привыкай. Куда это заходи? Рано. Кого выбирай? Ситуация сложная, нам нужен док. Такс, у нас тут старпер. Буйму тройную дозу мемов. Ты в порядке? Нет, но это лучшее, что я пробовал в своей жизни. Доза мемосиков. Стопай, ублюдок. Чё произошло? Он её изнасиловал. Держи, ублюдка. Я просто читал журнал. Расскажешь это сокамерникам. Она просто крикнула. Где он тебя трол? Он показывал сосиску. Вот же извращенец. А теперь к другим новостям. Бла. Новости, где мультики? Папуля, у меня для тебя сюрприз. Обожаю сюрпризы. Это твоя дочь Кендл и сын Шон. Да ну... То есть это, я забыл выключить утюг дома. Все, батя ушел. Еще увидимся. Правда, он клевый? Очень клевый. Бум-бум-бум, я не битбоксер, про... Прикольный батя, согласитесь. И, кстати, Си-Джей, Кендл и Свит не очень похожи по телосложению на своего отца. Возможно, где-то здесь подвох. Бомжики, да? А как же меня это все? Сплю на дохлом еноте, прохожие дают только... Питаюсь одним картоном. Хочу быть голден батькой. Чего? Того? Стану рич. Кинг Манни Монни. Проснись. На абордаж макароны по-флотски. Ты. Мне приснился сон про бомжей-пиратов. Халол, бомжи-пираты. Это то, что нам нужно. Это что за... Я смотрю, как снимают скетч про бомжей. Я тут... Смешный. Я попросил одеться в пирата, а не в сомалийского террориста-пирата.
Эти парни с бомбой возле супермаркета сказали, что сейчас все пираты так одеваются. Какие парни? Ага, понятно. Хоу. Слышь, а, коробку на. Ахахахаха. Хочешь получать не по щечлу, а ценные призы? Какие? Ценные, блин. Xbox, iPad или нож печень кредитка. Короче, заходи на сайт Runbox. Регистрируйся, да пополни баланс. Выбери, а затем открой одну из четырех. Это же не мемо, ребят. Забери товар, либо продай его. Чё, как Kinder Surprise? Базаришь. Кстати, для всех подписчиков нашего канала действует подарочный промокод на 50 рублей. Зайдите и прикупите себе чего-нибудь. Кофейня Клоуда. Клод? А, вот Клод. Несквик? А я не помню, что это такое. Хорошо, что замазано. Капитан, да нет, кто я? Там нет ничего важного. Да ты что, давай допросим его. Но это же ваше отражение. Отвечай, это ты сделал, ублюдок. Я из тебя всю дурь выбью. Я лучше пойду. Пойдешь? Нет, надо провести расследование. Что это? Вашу ж, как мы здесь оказались? Да я просто накачал тебя. Пошли, я знаю, чья это вещь. Вы что, бывали здесь? Ясен красен, через пару миль поедем шоколады на фабрике Вилли. Тайны, интриги, скандалы, расследования. Что лежит у сладенького в холодильнике? Вы серьезно? Это же рука белая. Я просто думал, что ты черный. Это еще что, сейчас я тебе расскажу концовку Игры Престолов. Давай, только без спойлеров. Ну окей. Ваше широчайшество. Мать драконов приперлась. Ох, дайте отдышаться. Эти маршрутки. Знакомо. Еле доехала. Чё забыла кобыла? Слышь, пес, освободи рабов. Я их не держу. Я требую голосования. Тха, они выберут меня. У меня есть пицца. 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 То есть ты чё? Взять. Драконы, я вызываю вас. Побери, у неё драконы. Демоны, поконим. Двенадцать, это всего лишь а. Всё нормально, Кхали. Ты не сгоришь. Пицца. 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 Сорин, народ, это пустая коробка. Пиццу я съела по дороге. Глянь, какая сладкая конфетка. Где? Где? А да я ее вижу. Ну все, тебе. Трюки выполнены профессионалами. Эдзи, шалом, у меня идея. У меня нет идей, я просто здесь лягу. Надеюсь, не такая, как в прошлый раз с летательным аппаратом. Док, все точно ок будет, да все. Я в фильме такой видел. Ты же сказал, что работал над этим 10 лет. Опять это? Врач. Так чё за идея? Ложка, ложка, да, с фонариком. Я беру с тебя 2 бакса. У меня только рисунок с CJ'ем. Пойдёт. CJ-лалка?
шалом, ребятки, котятки, понравился видосик. А где концовка «Игры престолов»? Что-то я тут не понял. Но все равно фантазии этого парня мне очень нравятся. Анимации на высшем уровне. Это был «Засмеешься, проиграешь челлендж». Пишите в комментариях, на каком моменте вы засмеялись. И обязательно ставьте лайк, а также подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моем канале, в том числе и следующий выпуск по данной рубрике. Ну а с вами был, друзья, как всегда, я, Райди. Желаю вам, ребят, всем успехов, никогда не болейте, берегите обязательно себя и своих близких, хорошего вам всем настроения и увидимся в новых видео.